Перечислите произведения Александра Сергеевича Пушкина. Что он писал? Пушкин, что он писал-то там? Окей. Кто написал произведение «Муму»? Кто «Муму» написал? Евгеньев. Я не отдам ребенка в с***ную школу. Что написал Дубровский? Какие произведения? Сейчас посмотрим. Мне так стыдно. Давай. Даже интересно. «Капитанская дочь». Да! Наконец-то! Дубровский написал «Капитанскую дочь». Евгений Онегин. Что написал Евгений Онегин? Письмо Татьяне какое-то. Точно! Лев Николаевич Толстой что написал? Надо было первое. Ну-ка подскажите нам. Тихий океан. Столица Великобритании. Не знаю, у меня с географией плохо. Италия, нет. Что? Италия. Не, давайте сначала. Сколько существует океанов? 13, вроде. Так, перечислим все. Атлантический. Что-то их много. Северный, ледовитый. Северный. Так, это сколько уже? Это уже 4. 4. Северный, ледовитый, тихий, атлантический еще. Арктический. Арктический. Перечислите мне материки планеты Земля. Северный материк. Так. Южный материк. Так. Ну, стороны света какие есть? А, восточный и южный. Ну, 4 материка вспомнила? Да. Город на Неве. Это какой город? Не знаю. Не прячь лицо, ты что как это, как будто не поступила. Она, по-моему, рядом с рекой Лена, нет? Так. Я была вроде в нем даже. Так, говори. Не бойся, у тебя уже не во Владимире? Вот, наконец-то. Город на Неве, это Владимир. Была там? Да. Вспомнила? Да. Наконец-то. Какие планеты знаете? Давай. Юпитер. Юпитер, так. И Земля. Земля. А Марс есть такое? Да, значит, Марс. Марс — это шоколад. А, да. Подругу, да? Что за чушь она говорит? Юпитер, Земля, Венера. На, вроде бы начинается. Так. Арктика. Да, есть. А сколько сантиметров в метре? Метр. Метр. Тысяча вроде бы. Тысяча. Все верно. Как звали Гитлера? Гитлера. Он Гитлера не звали его. Так, а фамилия у Гитлера? Наполеон Гитлер. Возьмем квадрат. Квадрат. Сколько градусов углы у квадрата? 90 градусов. Вы чё? У него нет углов. Квадрат. А, нет. Кто такой Павел Дуров? Это человек, который создал... Который создал в оркестре Нечко. С сегодняшнего дня буду читать книжки.